закончить зарядку. Отлично. Итого у нас минус 6700 рублей и плюс 67 киловатт. Посмотрим, сколько долго нам этого хватит. Мы просто погнали, покатаемся. Хочешь, с нами поехали? Сейчас подписчика вот заберем. Сейчас тихо откроем. Красавчик. Я сейчас умру, Павлю, у меня ХП нету. Че, какую интересную суету можно навести? Куда сгонять? Где там большое скопление новичков? Штраф! Ё-моё! Тут не люблю южные, тут светофор на каждом шагу. Ой-ой-ой! Ишися! Ну-ка откуда её возьмись? Выезжает. Это что у нас тут? Банк? Ничего интересного. Это у нас тут обычный типичный двор в жилом сегменте. Квартала. Выезжаем отсюда. А мы на Тайкане рассекаем. Почему здесь не сделают это, чтобы дома можно было купить? Там же вон такое место, где сейчас поехали. Что? Ну, босс, справа там дома. Почему, ну? Нифига себе. Не сделали там квартиры. Да? Нифига, у него трубы в этой. Гордельки еще подарили, ну, такой же. Вообще не понимаю, что там бурчишь, Миш, погромче говори. Что, микрофон непонятный, у да? У тебя еще эхо огромное, вообще непонятно, что там вещаешь. Что, а что ты раньше не говорил? Так, заедем сейчас на авторынок, посмотрим, что там, почем. Кстати, ребята, сейчас одну такую закидуху сделаю. Так, а кто там хотел? Ё-моё. Я руку не пожал, но садитесь. Мишка тут мама, да? Зевает в микрофон. Че зеваешь в микрофон? А? Ты лучше подскажи что-нибудь путное, а то озеваешь микрофон бестолково. Меня что, не слышно? Да. Ну, подскажи что-нибудь путное, а что, ну да-то. Сейчас куда двинем-то? Да не знаю. Что он говорит? Ну да, можем в пинбол поехать, поиграть, постреляться. Давай, говори мне налево-направо. Проверили? А, можно типа... Проверили, кто... Ну, короче, кто против друг друга. Короче, у тебя с утра, я так понял, башка вообще не варит. Тебе да. Лучше не играть с утра. Да это только встал. Проверили! Налево и прямо до Батырева. А, ясно. Ладно, ребят, короче, я вам хотел сказать, сейчас, ну, сами слышали, позвонить. Ёперный театр, а у да меня, ребят, красный цвет, я сам виноват. Сам виноват, что выезжаю на красный. Нормально, у меня просто уже есть штрафы, поэтому можно двигаться аккуратно, потихоньку. Остановился уже после пешехода. Короче, позвонили по забору, сказали, что забор... Придет часть забора. Потихоньку, ребят, начинаю заказывать уже и забор, уже и плитку, уже и фасад, можно сказать, почти полностью закончили. Вот. Это, ребят, реально эксклюзивная инфа, потому что, ну, скажем, появилась, возможно, откуда можно взять средства на это все. И вот, кстати, тот... чувачок, с которым я созванивался, потом спрашивал, он говорит, там, к Женьке пойду работать туда-сюда, ну, на палатку, соответственно, Женьке пойдет работать, тихо, выруливаю. Палатка что? Как же это было жестко, ай-яй-яй-яй. ХП, Павлик, ХП. Все заводим сюда, я понял. ХП. Ноль. Сейчас дохнет. Нет. Короче, этого парня зовут Серега, ровный парень. И этот чувак, и так, как оказалось, недавно уже снимался у меня в ролике. Успел сказать. Что тебя не слышно, или ты молчишь? Да я пока с вами не разговариваю, ё-моё. Бизнес. Вот.
блин, Мишка такой зануда, зараза. Чё, зря его взял, ё-моё. Я то ему сказал, давай, Аля, с утра поиграем, чем-нибудь поделаем интересное, 5-10. В итоге что-то хрипит мне в микрофон, непонятно. Я специально, ребят, не хочу чинить тачку, хочу доехать до такой, чтобы это было реалистично. Чё, едем до Батарёва? До Батарёва едем, алё. Миша, а, всё, Мишка ушел. Спасибо, Захар. Вот, ну и короче, снимался, ребята, в ролике, когда мне разукрасили первый гелик. Помните этот видос, ребят? Когда я вернулся, вернулся с Турции, гелик стоял у меня у бабушки, вот, и его разукрасили школьники, подписчики, там мне лох нарисовали и так далее. Вот, но, ребята, если честно, говоря откровенно, то и я был в курсе всей этой затеи, но все равно видос получился интересный, развлекательный для вас и даже отчасти хайповым. Вот. На тот момент просмотры со школьниками набирали очень много. Нифига себе, у меня искры с мотора идут, искры! А теперь этот парень работает у нас на базе. Не знаю, ребят, может быть, и засвечу его как-нибудь там в ролике в основном. Пока что происходит. Закрой, ладно. Как капец, хочешь. Какие делюги, но все это, естественно, тоже интересно. Я сначала заглушил, потом закрыл. Погнали. Нифига себе, он на вольвешнике, какой. Какая аэрография крутая, прикольно. Че, как будем? Здорово. На 300 лет. А у меня мышка-то не работает, я вспомнил бабы. Короче, меня слышно, нет, алло? Слышно? Да, 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 да. Что мне делать вот создание игры на сколько участников? Чего? Ну это типа раунды, сколько можно играть. Что мне делать, пацаны? Я просто ни разу еще не создавал в пинболе. Что выбирать? Ну, 7 раундов, ну, я выбирал. 7 раундов. Выбирай максимальное число раундов. Выбрал. Вон, к Захару заходи, видишь? Справа Захар Ерема, который с нами ехал. Все, зашел. Два раза тыкай и заходи. А, он вышел, Захар. Ну, давайте тогда кто-нибудь из вас создаст, а мы подключимся. Давай, я сейчас оставлю. Давай. Ну, только мышка не работает. Эй, мамбо. Альвара, Новый год прошел, дружище. Тебе не жарко? Так, войти. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Вот это да, вот эта локация интересная. Так, ребят, что, зашли мы поиграть в пинбол. Как бы меня тут не выстегнули первого. Надо спрятаться за бугорчик какой-нибудь хотя бы. А, ребята, прикиньте, где мы сейчас воюем. Только интересно, мы, наверное, в другом мире воюем. Это что за прикол? А, все, вернуться в зону, я проиграл игру, все. Вышел из зоны. А зачем мы на двоих создали? Я не то создал, Делин. Выйти. А для чего ты на двоих создал? Блин, я нечаянно. Блин, я хотел до своего дома добежать. Я так понял, это другой мир, да? Сейчас, если поехать туда, в этот лес, там никого не будет, он, да? Ну, на Хару заходи. У нас пятерых нету, зачем он так создал? Опа, ребята, опа! Подключение на локации 2 из 5, Мишка, братишка, 3 из 5, 4 из 5. 5 из 5, давай, кто-нибудь нам подадите, подключитесь, пожалуйста, 5 из 5 сделайте. Ну, пожалуйста. Эх, нет, все, просто я сейчас, о, а, все, 3 из 5, все, выходит, а как выйти-то, я даже не знаю, как выйти. Кто здесь, кто рядом, кто подскажет? Блин, ребят, такой нубяра, конечно, все, 2 из 5, выходят. Лидер комнаты покинул комнату. Надо 4 из 4. Блин, ну хотя нас 5. Че Альвара нам не создаст? Блин, нас же вроде 5. В чем проблема? Нет, там, ну Альвара тут не заходил. А, Альвара не хочет, ну я. Давай 4 тогда пофиг.
Червяточки, поиграем в пейнтбол. Кстати, блин, хотел я как-то раз купить в жизни вот такой вот X5. Кстати, у кое-одного ютубера есть такой, точнее, X6. Но на самом деле разницы особо не имеет. Вот, X6M. У одного ютубера X5M есть, а у другого ютубера есть X6M. Заходим, 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 заходим. Вот, не купил я, ребята, свое... Так вот я зайти не могу из-за мышки. Не купил я, ребята, в свое время лишь только по одной причине эту тачку, потому что, вы не поверите, я просмотрел варианта 3 этих машин. И все были машины с смененным мотором, вы только представьте, это... что за такая свежая машина, а у нее уже мотор поменен. Еще X6M. Ну или X5M, но я хотел X6M. Все, ребят, я разморожен. Тихо, 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 тихо. Да что? Да ё-моё, я был не в зоне, оказывается. Опять я прошляпил. Да что же это такое? Блин, вот нубяра просто. Лошара, я не посмотрел. Ух ты, продам гус номера формата. Вор. 3 восьмерки. Мощненько, мощненько. Мощно. Интересно, сколько такие цена стоят? Сколько стоят такие номера? Это твой подписчик. От души. Блин, да что же я за нубяра? Пацаны там играют, наверное, ищут меня, не понимают, кто убил, не убил меня. Я, блин, опять занубячил. Ну ладненько. И все это за то, что я не посмотрел, блин, в левый верхний угол экрана. Паша, давай лайфхаки для великов, как в 17-м. Давай лайфхаки для мопедов тогда уже. А давай вообще прямо сейчас лайфхак для велосипедов сделаем. Вот, пожалуйста, велик подъехал. Если вы хотите, чтобы у вас шумел громко велосипед, то подставьте просто в него бутылку. Если вы хотите сесть на что-то неприятное, то тоже поставьте бутылку. А что еще, кстати, из лайфхаков? Ребят, кто помнит мой... первый видос. Это жестко. У меня, короче, левая мышь вообще не работает. Смысла нет. Давайте еще раз по-братски, пацаны, а то я не успел поиграть, блин, я занубил. Захар создавай. Захар Зола. Блин, почему я увидел этого чувака и вспомнил, как зовут этого скина? Я бы выключил, потому что этот самый чат. Выключил чат. И все, и не видел, что происходит. Ой-ой-ой. Вау! Плюху кинул! А что, его убили? Его убил или не я убил? На! На! А кто убил? Курмает Навальный. Следующий раунд нормально, сейчас поиграем несколько раундов. Блин, я почти одного завалил. Кстати, вот так вот ходит по бокам влево-вправо. Тоже легко вот так вот убить. Опять в зону надо возвращаться. 7 секунд, 6. Я возвращаюсь, я вернулся. Ух, самое страшное это из зоны. Блин. У меня еще космос, он такой огромный, в него грех не попасть. Да что такое, я в зоне! Короче, давайте просто здесь загасимся. Он напугал меня. Мы что, вдвоем остались, не? Ё-моё. Ну давай тогда, это, дуэль сделаем. Не-не, давай дуэль нормально, дуэль давай. Давай, раз, два, три. Оп. Хорош, плюс один. Ну, не особо было, честно. Чувак мне чуть поддался, скажем так. Стой, стой, давай сейчас двоечка пойдем. Погасим. А потом стой. У нас уже трое.
Ильнар, Ильнар, где Ильнар? Или Ильдар? Иван Зола! Сколько еще ехать показывает? Ну что важно знать, этот объект находится вдоль дороги или где-то во дворах? Где-то там, может быть, база какая-то. 4 минуты езды, это уж совсем рядом. Но ты 100% ручаешься, что тачки там 100%. Стоят? Ну это хорошо, это хорошо. Мы сейчас тогда просто подъедем, встанем, максимально займем позицию, которая будет нас не палить, то есть ну максимально беспалевную позицию, и будем просто наблюдать. И ждать, пока они уедут или кто-то появится.